Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я решила для вас записать вот такое, ну не очень, так скажем, позитивное видео, а все потому, что у орхидеи, а точнее у ее грунта, я стала замечать буквально 3 назад появился очень неприятный запах. И запах этот соответствует, ну, какой-то сырости. И также 3 дня назад я стала замечать, что отсюда из грунта у орхидейки начинают вылетать мошка. Это, конечно, говорит о том, что этот мох является переувлажненным. Если помните вы эту орхидею, про нее было очень много вопросов. В данном видео я ее записывала и вам показывала. Случай, конечно, был у нее тяжелый, потому что в свое время я не успела за ней уследить и довела орхидею до такого состояния. Да, был у меня такой грешок. Сейчас она сидит в данном грунте с 6 ноября. Прошло уже 1,5 месяца. И орхидея, ну вообще никак, абсолютно никак ни на что не откликается. Я ее и фиталовином лечила, и привикуром лечила, стимуляцию различную давала. Вот даже вот эти вот корешочки, которые там есть, также промазывала, даже вот неразведенным HB101, и лимонную кислоту ей наливала. Вообще ноль реакции. И когда орхидеи вот так ведут себя, стоит она у меня на реанимационном окне. Там хорошее условие именно для таких болеющих орхидей, но это никак. И когда у них вот такое состояние, что ни на какое лечение они не откликаются, это, конечно, говорит о том, что орхидея сама по себе на данный момент, скорее всего, болеет и продолжает, как вот изначально у нее началась вот эта грибковость, корневая гниль, она так и продолжает болеть. Плюсом она еще находится, я так тоже смотрю на нее и думаю, и понимаю, что в затяжном состоянии стресса. Если у орхидеи и условия хорошие, и правильное лечение, и все, что вот мы им даем, лечим, то они, соответственно, и к пересадке, и ко всем различным препаратам относятся крайне положительно. То есть результаты, они есть, а здесь абсолютно нет ничего. И, скорее всего, внутри сейчас данной посадки мох у нее образовалась, скорее всего, плохая патогенная микрофлора, от чего идет вот этот запах сырости. Сейчас, конечно, вот я на нее смотрю и думаю, что усадила ее в неправильный грунт. Как я ранее и говорила, именно с мхом, как с реанимационным грунтом, я не дружу вообще. У меня это не получается. Некоторые девочки, мои подписчицы, пишут о том, что у них это все благополучно проходит. Ну, ребята, вот честно, и также правильно было написано, что мху необходимо давать должное внимание. То есть его нельзя засушивать, его нельзя переливать. И я не всегда, у меня не каждый день я подхожу к своим окнам и что-то там рассматриваю, потому что у меня семья и маленькие дети. И если я вижу, допустим, что мох подсох, я его проливаю, а он же очень влагоемкий, он очень долго держит влагу, плюс у него на дне идет циофлора, которая также долго держит влагу. И все вот это вместе здесь накопилось, влага накопилась, и от чего она и дала мне вот такой результат. Именно вот этот вонючий запах. Я, конечно, думала, что все у нее будет хорошо, и даже если через полгода я вам ее покажу, но уже с хорошим, с отличным результатом, с нарощенными корешочками, с восстановленным тургором. Конечно, вот эти мне спонжики, ватные диски помогают, я их водичкой увлажняю. Орхидея, по крайней мере, даже глядя на ее состояние здоровья, она не так уж и сильно теряет тургор. Вот это вот имеет место быть. Кто-то мне может написать о том, что вот Лена посадила бы ее сюда в тепличку, в пакет, допустим, сверху. Вы что, ребят, какой пакет? Если я в пакет поставлю, она здесь не только вот эта микрофлора, которая здесь живет, и сырость, которая мне дает, и эта грибковость, она также перейдет полностью на саму орхидею. Нельзя ни в коем случае в таком сильном влагоемком грунте еще держать сверху пакет, когда орхидея при этом болеет.
Если вы сделаете такое однозначно, орхидея пропадет, загниет до конца корневая, загниет до конца шея. И вот именно тот самый полив, я всегда говорю, что полив — это большая роль вообще в уходе за орхидеями, их восстановление, да даже просто уход. Здесь я не могу с ним подружиться, я его либо засушиваю, либо я его переувлажняю. Ну, опять же, в связи с тем, что времени не хватает. Давайте сейчас будем ее уже отсюда доставать и не мучить. Посмотрим, вот даже вот смотрю на нее вот так, и корней-то нету их. Я не понимаю, абсолютно не понимаю, что находится внутри ее грунта. И я даже на данный момент не могу предположить, как я буду действовать по отношению к этой орхидее. Потому что я не вижу ничего, что у нее внутри. Конечно, сейчас уже достану, и будет все ясно и понятно. И также, ребят, еще моя ошибка была именно в том, что мне вот прям до конца, до самого конца необходимо ее было лечить, ну, допустим, тем же самым фунгицидом системного действия Привикуром. Но я изначально полечила, смотрю, что корешочки вот эти, которые есть, они не портятся. Значит, гнилостный процесс, он у нее остановлен. И тогда уже перешла к стимуляции. Ой, кстати, вот прям сейчас скручу, верчу и вижу, что у нее, оказывается, рост-то есть. У нее наращивается новый листик. Ой, ну вообще благодать. Не зря это, значит, на себя наговариваю и на орхидею. В общем, заметила, да, что никакой корневой гнили не продолжается. И решила ей дать стимуляцию обязательно реанимационным орхидеям. После лечения корневой гнили, когда ее уже нету, стимуляцию давать необходимо, чтобы у них были силы на восстановление. И данная орхидея является у меня одна из самых тяжелых. Она когда на время пересадки была, она также была по состоянию здоровья самой тяжелой, потому что был очень сильно запущенный момент. А почему именно сейчас? Ну, видите, полтора месяца и никакого прогресса абсолютно нет. Хотя вот у меня, ну, я с легкостью умею их восстанавливать и адаптировать, реанимировать, лечить. А здесь вот раз и нет. Потому что неправильно подобран грунт. Все, конечно, очень многое зависит от грунта. Да ладно, мне поднос-то уже, наверное, не нужен будет. Я просто ее отсюда вытащу. Конечно, надеюсь, что здесь что-нибудь да наросло, но навряд ли. Единственное, ребят, что меня на данный момент радует, это то, что корешочки вот эти, которые изначально они были, они так и остаются, то есть они не сгнили. Я-то думала, что уже все. Я внутри грунта эту корневую потеряла, но нет. Вот изначально я как была приверженец тому, что вот эти вот тяжи, они вообще не нужны в посадках. Это была первая орхидея, которую я усадила в грунт именно вот с этими тяжами. Это первая и моя последняя. Больше я такого делать уже не буду. Единственное, что заметить хочу, это вот этот корешочек, который был здоровый, он догнил. Также вот этот корешочек и этот корешочек, он догнил. Что мне необходимо сделать? Это, соответственно, все вот эти нити и уже безжизненные остатки корня удалять. Удалять вот до этого здорового, да даже нет, еще ниже. Я не буду из-за одного этого корешочка оставлять вот эту часть ствола. Я удалю это все ровно вот по этому корню. Также мне, мои милые, дорогие, горячо любимые девочки-подписчицы, советовали именно вот этот вот мох, как реанимационный грунт, усадить орхидею как будто бы в гнездо. Ну вот так вот, да? В гнездышко. Правда вам скажу, что я буду от этого вообще, от мха, как от грунта реанимационного, даже вылетает мушка, отказываться. Но нет у меня, ребят, честно, времени именно ухаживать за орхидеями в таком очень сильном влагоемком грунте. У меня есть мои методики, с которыми я работаю и успешно наращиваю корни орхидеям.
отказываюсь, вот прям все до последнего думала, что думала, мое, но нет, ни в коем случае я больше не буду так делать. Вот он, последний корешочек, беру секатор и вот здесь его отстригаю. Сейчас, что я ей предложу, я думаю, что данная посадка пройдет у орхидеи на ура. И посмотрите, дай бог, стволик чистенький, хорошенький, зелененький, здоровенький. Место среза обязательно необходимо прикрывать фунгицидом, либо максимом, либо фундазолом. Но это я говорю именно про свои случаи. Можете брать какие-то другие, но сильно действующие контактные фунгициды. И хорошо, данное место среза я его промазываю. Кисточку надо заиметь, а то у меня одна на всех и на Максим. Промываю, а все равно Максим остается, ну ладно. Фундазол, кстати, ребят, у меня появился в большом количестве. Обращайтесь, приобретайте этот хороший, сильный контактно-системный фунгицид. Он обязательно должен быть. Чем мне нравится именно фундазол, с ним можно работать по корню. По листу. Если Максимом вы работаете по корню, то он сушит. Он прям сушит и портит корневую. С ним лучше всего работать контактно. А фундазол нет. Вот берете и в полив добавляете. Много моих орхидеек он спас и выручил. Сейчас записываю, прям быстренько видео записываю, пока у меня ребенок спит. Максимом я здесь примазывать не буду, потому что нужно время для того, чтобы все это дело просохло. Но сейчас вот я фундазолом промазываю и в сухую посадку, в сухой грунт усаживаю, чтобы мне свежее место, свежую рану не загноить. Ребят, честно, нет времени ждать, когда это все у меня просохнет. Если не сейчас, то потом. Видео мне не удастся записать. Вот так это все получилось. Красивенько. Вам необходимо данное место среза обязательно просушивать 6 часов в идеале. Подобрала я для нее вот такой обычный одноразовый стаканчик объемом 0,5. Обязательно при наращивании, при реанимации корневой системы мы берем наименьший объем горшка. Если у вас будет прям большая и мощная, вот даже вот в этом случае, посмотрите, и по диаметру, какая большая, также могло быть ошибкой. Орхидеям потом намного сложнее наращивать корни, когда огромный и большой объем. Даем прям тесный. Вот сейчас, когда я сюда установлю, у меня здесь по краю уже корневая система будет видеться. И я также смогу уследить тот момент, что происходит и какое развитие у орхидеи внутри грунта. И решила я ее выращивать именно вот так, как данный биглип. Про него можете посмотреть в этом видео. Очень, ребят, хороший, очень интересный и положительный результат от данной посадки. Здесь нет ничего, помимо одной лишь только архиаты. Сейчас я биглип содержу прям в мокрой, прям во влажной, прям в болоте. Так я делать могу, но когда моя орхидея стоит на теплом подоконнике, ни в коем случае на холодное я не ставлю, иначе все это замерзнет. Грунт будет находиться постоянно в воде. От холода он будет также холодеть, корни будут мерзнуть и, соответственно, орхидея может у нас пропасть. Вот такое вот болото, так бы я сказала, необходимо орхидеям при наращивании корневой системы. Посмотрите, биглипчик у меня нормально себя чувствует, корешочки наращивает, а здесь что было, уже все давным-давно догнило. И вот сколько воды я сюда ему наливаю, ровно вот столько. Конечно, не совсем, чтобы корень соприкасался с водой, но весь грунт он напитан прям до конца. И нельзя, чтобы эта вода доходила до самой шеи. Ну, получается, где-то в половину. Вот здесь вот вижу, что архиата, она прям уже до самого конца мокрая. И тем самым эта архиата дает ту самую влажность, которая необходима орхидеям при наращивании корневой системы. Я выбрала для орхидеи архиату фракции 12-18 мм.
В этом видео про нее можете посмотреть, про саму Архиату. И она никогда, абсолютно никогда не дает плесени и гнили, если, конечно, вы не совершите тот косяк, так скажем, что вы ее будете запаривать, замачивать, вымачивать в микроволновке, просушивать, как это я сделала единожды. И, конечно, там прям образовалась такая хорошая плесень. И вот это, именно эта доломитовая мука, чем покрыта Архиата, она вот и не дает ей портиться. Очень хороший, влагоемкий. В нем содержится отличный pH от 4,5 до 6. И тем самым орхидеи прекрасно себя чувствуют. Так, и здесь видите, она у меня еще орхидейка будет, вот прям так и будет сидеть здесь нанизу. Вся та необходимая влажность, она, конечно, содержится нанизу, либо в середине грунта. Это всегда, это в любой посадке. И чем ниже мы орхидею усаживаем при наращивании корневой системы, тем благополучнее и быстрее она у нас нарастит корешочки. Так, буду ли я ее содержать? Нет, по типу закрытой системы ни в коем случае. Потому что срез у стволика свежий, ну ладно, он у меня засохнет, подсохнет через сутки. А именно вот эта патогенная микрофлора, которая образовалась в ее старом грунте, она может начать развиваться в закрытой системе. Поэтому мне необходимо сейчас в данном названном кашпо проделать отверстие. Тут рядышком у ребенка позаимствовала ножницы. И вот так по всему периметру. Хоть сколько угодно можете делать отверстий, лишь бы там не застаивалась вода. Слив воды обязательно должен быть. И, ребят, не надо мне писать, что у меня тут все кощунственно. И какие-то сподручные такие ножницы, и все на свете. Если честно, тороплюсь. Прям с минуты на минуту может ребенок проснуться, а мне необходимо для вас показать вот такое видео, которое, я думаю, что будет вам интересно. И усаживаем, прям вот даже еще пониже можно туда усадить. Если сделаю так, как вот орхидея сейчас хочет сидеть, то все равно внутри будет много пространства для нее. И вот так пониже. Сделаю ей поменьше и должно прям все получиться. Сердцем чувствую. Архиата обязательно сухая вместо среза, потому что если во влажную посажу, все, этот фундазол оттуда сойдет, непросушенное место, и начнет гнить сама шея. Также, ребят, архиата у меня есть в наличии. Обращайтесь. И архиаты я насыпала ровно по шею, но так, чтобы сами кусочки не касались ствола. Даже вот здесь можно немножко отодвинуть. Почему я так делаю? Потому что потом при поливе она архиата намыкает, ствол будет намыкать и провоцировать орхидеи на гниль. Я прям это делаю всегда, потому что я единожды столкнулась с такой проблемой. Теперь постоянно ее отодвигаю. Все сухо, все хорошо. Мои индикаторы роста корешочки мне видны. И душа моя будет спокойна, буду знать, что у нее там внутри грунта. Дальнейшие мои действия по уходу за этой орхидеей будут ровно такие. Ствол обязательно сушим. В сухом грунте он просохнет, ну где-то, знаете, дня 2-3 можно будет подождать. Если бы я изначально усадила орхидею уже с сухим стволом, вот даже бы сейчас можно было орхидеечку пролить. Но видите, тороплюсь. Полив у меня будет происходить с привикуром. Именно он помог мне у этой орхидеи нарастить корневую с нуля. Потому что все, что изначально там было, оно все до конца догнило. Именно привикур нарастил все вот эти корешочки. То же самое и постараюсь сделать с этой орхидеей. Поливать я орхидеи буду только лишь методом пролива. Сейчас она у меня сухая. Через 3 дня все начинаю проливать с привикуром. Архиата увлажнилась, и такого полива будет хватать на 5-7 дней. Потому что у нас сейчас, пусть даже и дополнительная подсветка она есть, но все равно зимой орхидеи потребляют воды намного меньше. Пусть даже и при теплых подоконниках, но именно мои орхидеи вот так себя ведут. Увидела, что грунт у меня становится сухим. Опять проливаю, опять с привикуром. И постоянно привикур ровно до тех пор, пока я не увижу какой-то рост.
Тем более, что орхидея росла в плохом грунте, где образовалась внутри нехорошая патогенная микрофлора. Вот прям сижу и чувствую вот эту вонь, ну прям сырость, вот. Ну, неприятно, вот уже даже чуть ли не голова начинает болеть, выкину его. Ни в коем случае его не нужно брать и даже мох укладывать на какие-то другие орхидеи. Мне это не нужно, зачем? Иначе какая-то другая орхидея также заразится и будет болеть. Конечно, это все произошло от переувлажненного грунта. Сейчас у меня архиата, хоть и влагоемкий грунт, но не настолько, как мох. Также листики буду ей протирать с тем же самым Привикуром. Я орхидеи не опрыскиваю, я их протираю, опять же, по возможности. Вот такой, казалось бы, обычный способ наращивания корневой системы, но я его использую, и это мне помогает. Во-первых, хорошая качественная кора, во-вторых, хорошие качественные фунгициды дают свои результаты, плюс посадка именно стимулирующая. Видите, как глубоко в половину орхидея села. Наименьший объем и ожидаю положительные, хорошие результаты, что орхидея начнет у меня откликаться и наращивать корни и продолжать рост данного листика. Конечно, меня успокаивает, что жизнь в ней еще теплится и орхидея наращивает себе листик. Я думала, что вообще пипец, уже совсем все печально, но нет. Мои опасения были неверны. Обязательно подсветка, обязательно освещение. Ни в коем случае нигде на шкаф, да куда-то подальше, отдельно я ее не ставлю. Свет необходим для их жизни, для их фотосинтеза. Как только я увижу хороший рост, тогда я уже бросаю фунгициды и начинаю применять к орхидее стимулирующие препараты. Пожелайте вновь данной орхидее быстрейшего восстановления. Пусть она поскорее уже выздоровит и перестанет болеть и начнет меня радовать. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого доброго. Всем пока.